Ну что, поиграем в Hills of Steel. И у нас созерцатель здесь летит. Гаденыш. Сейчас мы его щелкнем, подожди. Так, у него вот эти вот ракетки, дрончики, дроны. Их нужно сейчас уничтожить. Подожди, а они не уничтожаются, что ли? Подожди, почему я думал, что они уничтожаются? Ладно. Так, отходим, отъезжаем сюда немножко. Сейчас подождем. На, готов. Так, уничтожили мы большого этого самого босса, созерцателя. И поехали. Будем маленьких дронов уничтожать. Вот дроны, да, уничтожаются, а у созерцателя они неуязвимы. Так, они даже не успеют сюда подойти ко мне. Так, а вот этого нужно поближе щелкнуть. Он будет стоять издалека стрелять. Так, немножко меня ранил. Так, летающая тарелка. И, а ну-ка, подожди. Давай сюда и лети. Все, готово. Еще одна, смотри, а. Только одну уничтожил, уже вторая летит. Так, а вот мне дроны больше всего нравятся. За них больше всего монеток платят. Да иди ты, Катюша, отсюда. Так, давай вот этих уничтожим. Лазерных танков. Так, 3500 монет у меня практически. Так, сейчас такая возможность, короче, игрушка еще... Я еще не обновил игру. Поэтому лица у меня нормальные у этих бандитов всех. А сейчас в обновлении, короче, поменяли лица, стали какие-то детские. Может быть, я тоже обновлю. Не знаю, пока не хочу обновлять. В принципе, там и обновлять-то нечего. Вот, посмотрим сейчас. Надеюсь, заработаем монет. Потом уже обновлю, не знаю, как там. Потом с заработком монет будет. Сейчас прям очень хорошо. Монеток много дают. А в обновлении сказать об этом я не могу, потому что я не знаю, сколько там будет давать. Ну, как всегда, знаешь, как делают разработчики. Видят, что слишком легко добываются монеты, там еще что-нибудь. Они это фиксят. Чтоб ты так легко не получал монет. Так, вот эти чуваки, смотри, встали, они там и будут стоять. О, ты чё, гидроудар какой-то делаешь, а? Фига себе. Так, это просто стреляет, злодей стоит маленький. Так, дроны, 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 дроны. Это я люблю. Так, Катюша, быстренько сейчас уничтожим. О, Катюша, да какая ты быстрая. Алло, сколько вас тут много всех. Сейчас я потихонечку вас всех буду уничтожать. Нужно быстро защита. Ремкомплект. Офигеть, сколько вас много. Так, Катюша там еще одна. Ё-моё, я еще с этим не разобрался. С лазерной пастью. На, отдыхай. Отдыхай, отдыхай. Ты тоже давай, вот лазерник. Ох ты, вот они меня вытаскивают, вытащивают. Тащат прям. Толкают своими лазерами. Очень много, вот я смотрю, вот этих всех злодеев, дроны. Много-много дронов. Так, а я сейчас этих всех дронов уничтожу. У меня уже жизни не останется. Да, жизни мало теперь стало. На, держи. Так, вот здесь надо стоять. Так, дрончики, летите ко мне. Во! Блин, вот смотри, этот танк встал, не мешает. Иди отсюда, во. На, сгори. Там не сгорает еще как-то. У меня распределяется огонь. Не на всех. Так, вот стреляющий, не знаю, этот ракетчик мне. Автоматчик. Уничтожит. О, ребята, все. Меня сейчас убьют. Да, уничтожили. Так, ну что, будем играть в самоцветную манию. Поехали. Возьмем Феникса. Феникса. Все, поехали. Будем уничтожать противников на танке Феникс. Так, победа. Победили. Первая победа готова.
Тесла. Так, ну что ж. У меня супер танк, как я считаю. Это Феникс. Всем советую, кстати. Офигенский танк. Вот, смотри, Тесла, да? Сейчас мы ее прожарим. Опа! Держи, Тесла. Все, уничтожено. Так, скоро получим мы свои кристаллики. Чуть-чуть осталось. Так, следующий, чувак. Да, у меня уже, кстати, кристаллов много. Так, ну, никогда кристаллов много не бывает, наверное, знаешь, как и деньги, да? Слишком много денег никогда не бывает. Поэтому кристаллики мы будем сегодня зарабатывать. Так, все отлично. Пока нету ни одного поражения. Все есть, кристаллики. Дальше играем. Это что там, 10 кристалликов мне дали всего лишь? Что мало, мало. Очень мало. Кто там у нас? Танк какой? Я что-то не пос... нифига, титан. Ну ладно, мы его сейчас прожарим титана. Получай. О, нет. Выкидывают свои ракетки. Так, мне нужно подлечиться срочно. Ты прям в меня стреляешь, гад. На тебе. Блин, быстрее. Ой, сейчас меня опять убил. Поражение. Нифига себе. Первое поражение. Я даже не ожидал. А что у меня будет поражение? Вообще будет поражение. Давайте поменяем на краску. Другую возьмем. Да. Ну, ничего страшного. Первое поражение. Пусть оно одно и останется у нас. Вот, смотри, видишь, я в правильном месте стою. А, убежал, смотри. Давай, едь сюда. Есть, победа. Ну что, продолжаем. Лига испытаний. И у нас в бой вступает, как всегда, наш Феникс. Так, вот Титан, смотри. Когда мы проиграли Титану, мы неправильно стояли. Скорее всего. Сейчас будем правильно стоять, смотри. Опа, мы его уничтожили, он просто один раз выстрелил. Здесь, ребята, главное, как встать, в каком месте. Т-98. Так же самое, нам нужно такое небольшое укрытие. Ну, вот, так, вот такая ямка. Все, и дамажим ему. Так, он убегает. Сейчас. Давай. Есть. Все, получает урон. Все, осталось чуть-чуть. Блин, пострелял в меня. Ну, у меня как бы здоровье хорошее. Есть. Открыли мы сундучок. И скоро получим 20, а то и 50. А все вместе это будет... 80 кристаллов. Так, Дэйв. Так, ладно. Сейчас мы Дэйв тебе щелкнем, подожди. Ой-ой-ой, что-то я чуть не перевернулся. Так, вот здесь я встану. О, нормальное место. Все, ах ты, меня постреляет, смотри, прям меня попадает. Нет, уходим отсюда. Так, нельзя, нехорошо так. А вот здесь встанем, да? Да, ё-моё, смотри, как он хитро встает. Ну все, Дэйв. Дэйва уничтожили. Так, поехали дальше. Дэйв был уничтожен. Ох ты, кто там? Пабло Эскобар? Не Эскобар, Симпсон. Пабло Симпсон. Да, лучше бы Эскобар бы назвал бы себя. А ну-ка, проверим, если я вот сюда уеду. Вот здесь стану, если я. Так, получает урон, да? А я получаю? И я получаю урон. Ах ты такой негодник. На, получи, Пабло Симпсон. Так, еще немножечко. Так, у меня 219 кристаллов. А нам нужно побольше кристалликов, конечно. Так, чувак, крутой, да, у тебя кличка? Сейчас мы крутого поджарим. Так, на Катюшу приехал, нифига себе. На, держи. Оп, нифига, он напал, он фигарит. Какой бешеный. Так, мне нужно подкрепиться. Подлечиться. Есть. Все, крутого мы уничтожили.
Получаем 20 кристаллов. Давайте сменим маскировочную окраску. Так, и у нас здесь идет жнец, да? Жнец, мне кажется. Так, стоять. Все, жарим, обжариваем. Кто кого. Так, у меня быстрее получается.